Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новинкой без вложений. Это букс по сбору биткоин сатоши. Называется РНБТЦ. Регистрация здесь простая. Сначала вводим email адрес. Далее переходим на почту и активируем электронный адрес. Мне пришло письмо в папку спам. После чего перейдем по ссылочке, откроется форма для регистрации. Вводим имя, логин, пароль. Разгадываем капчу, там буквенная капча и рекапча. Выбираете любую и вход по имейлу и паролю. Далее попадете вот на такую страничку, нажимаем OpenAD. И вот идет отсчет времени. Далее попадаем в кабинет. Все, попали в кабинет. Зашла я вчера сюда поздно вечером уже. Вот, на вывод, друзья, не проверен, но очень активно зарубежные партнеры рекламят этот букс. Он, как я понял, недавно только стартовал. Значит, при регистрации нам дается на Porsche за баланс 500 сатошиков. Вот у меня это основной баланс, Porsche за баланс, это букс, реферал и членство стандартное. Это наша статистика идет. Как бы. Так. Аккаунт. Earn Money. Так. Как мы здесь собираем? Нажимаем. И здесь вот рекламка. 60 секунд. 30 сатошиков дают. Потом вот такое количество. 45. Давайте какую-нибудь коротенькую рекламку посмотрим, чтобы не затягивать видео. Вот по 5 сатош. 10 секунд. Нажимаем вот на эти буквы. Нас перебрасывает на страничку. Вот Solve Media и ReCAPTCHA. Выбираете, какую вам удобней. Разгадываем капчу. Старт таймер. И идет отсчет времени. Ждем. Сейчас страничка загрузится. И вот 10 секунд мы ждем. Все, мы просмотрели. 5 сатошиков нам засчиталось. Если хотите перейти на сайт, вот можно нажать вот сюда на желтые буквы. И переходите на сайт. Возвращаемся, вкладочку закрываем. Так, все, я просмотрела. Таким вот образом всю рекламку. Автосерфинг есть. Вот у меня 75 сатошиков. Давайте посмотрим. Я уже побыстрее рекапчу. Старт автосерфинг. И вот здесь. Так. И что? И ничего. А, что-то не того. Ну ладно, вернемся в кабинет. Так, ролл здесь это кран. Дает нам от 10 сатошиков до сколько здесь? 200 тысяч. Раз в час. Можно собирать. Нажимаем ролл. И все. Мне дали 10 биткоин сатошиков. Так. И вот идет отсчет времени. Через час можно заходить заново. Афервал. Это скоро будет. Как бы еще нету. Далее адвертинг. Можно рекламировать свои проекты. Нажимаем. Здесь нажимаем на желтую вкладочку. И что у нас здесь? 10 секунд, 10 сатошиков. Переведем на русский.
значит, заголовок, ссылочку, описание краткое. И здесь выбираем сколько? 10 секунд 10 сатошиков, 15 секунд 15, ну и так далее. Так, нажимаем создать и рекламим свои проекты. Так, объявление, автосерфинг, логин АДС, это все точно так же. Направление. Так. Направление. Здесь вкладочка будут отображаться мои рефералы, партнеры, промо-материалы. Здесь у нас находится партнерская ссылочка и баннеры всевозможные. Вот такой вот новый букс. Без вложений можно присоединиться к Telegram. Вот нажать, я без расширения не смогу присоединиться. Это все потом проделаю, обязательно присоединюсь. Ну, в принципе, на этом все, друзья. Кому интересно, пользуемся. Ну, неинтересно, проходим мимо. Проверять вывод. Так, вывод денег. Значит, как я уже сказала, 30 биткоин сатошек, ой, 30 тысяч биткоин сатошиков, и они берут 8 тысяч комиссии. Так, это передача, вывод средств. Сюда вставляем сумму, сюда адрес. Значит, биткоин и Faucet Hub можно выводить. Так, ну-ка. Комиссия за вывод средств 8 тысяч. Это на биткоин. Так, давайте-ка посмотрим на Faucet Hub. Так, комиссия за вывод средств 0 сатошиков. И минимум 5 тысяч биткоин сатошиков. Друзья, неплохо. Это можно, конечно, тогда на Faucet Hub и проверить вывод. Замечательно. А на биткоин, да, напрямую, это уже 30 тысяч. Ну, это супер. Ну все, теперь, кому интересно, пользуемся, неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!